Ежегодно в осенне-зимний период отмечается активизация циркуляции респираторных вирусов. В Слуцком районе, начиная со второй недели сентября, отмечается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями, что связано с окончанием отпускной кампании, формированием новых учебных детских коллективов. Заболеванию подвержены все возрастные группы, однако наиболее страдают дети. На данный момент 64% заболевших острыми респираторными инфекциями в Слуцком районе – дети. Острые респираторные заболевания – это не только заболевания вирусной этиологии, но и бактериальные, микоплазмы, хламидии. В структуре вирусной этиологии преобладают негриппозные вирусы. Сейчас в мире распространяется новый вид коронавируса – штамм XEC. В Беларуси на данный момент случаев заболевания этим видом не зафиксировано. Симптоматика схожа с заболеваемыми другими подвидами коронавируса. Ломота в теле, усталость, боль в горле, повышение температуры, озноб. Эксперты считают, что существующие вакцины против коронавируса эффективны также против нового штамма. В Слуцком районе вакцинация против коронавируса планируется в октябре-ноябре месяце. Однако не стоит забывать и о вакцинации против гриппа. В Слуцком районе планируется привить более 30% населения. В первую очередь должны привиться это группы риска, лица, наиболее подверженные заболеванию. Кампания по вакцинации по гриппу в Слуцком районе уже началась. В настоящее время имеется вакцина, которую граждане могут приобрести за собственное средство – «Ваксигрипп Тетра» производства Франции. В ближайшее время поступит вакцина производства Российской Федерации «Гриппол Плюс». Она очень эффективно защитит вас от возможных вариантов вируса гриппа. Конечно, все мы должны соблюдать и меры неспецифической профилактики, избегать мест массового скопления людей, использовать маски, чаще мыть руки, пользоваться антисептическими средствами. Следует в целом заботиться о своем иммунитете и здоровье. Это и правильное питание, это и здоровый образ жизни, и физическая активность. Будьте здоровы, берегите себя.